А куда он летит-то? А куда ты не управляешь, блядь, на карте? Сесть на него. Карта открывает тыкай точки. У тебя там новая тыкалка появилась, вот. Я тоже. Я могу. А вот я могу, внутри. Я могу. Все, я могу. И он почему-то. О, я на пушке. Я тоже на пушке. А я на пулемет на верхнем. Он остановился, потому что, ну, как бы это, он, видимо, отлетел и все. Ну, я типа управляю. По карте тыкай. Просто. И по карте, да. Ну все, вот я. Так, а можно прямо на пушку? Там еще есть это, ставить метку, куда он будет стрелять, короче. На какую козырную пушку здесь? Я, конечно, сел. А тут, наверное, еще есть пушечки. Козырные. Ну, внизу. Есть сверху и внизу. Охуенно. Сверху противовоздушный, снизу это ракетная турелька. А что такое бастион, а так координаты? Это вот, чтобы он на бастион... автоматом будет ехать, стрелять туда. Да, прилетит да, да. И со всех пушек. Зависнет и будет долбить. О, так пушек-то тут бесконечное количество. Ой, заряды. Вот сейчас там и постреляю. А где можно? Вон я лечу сейчас на Юмир Сотер. Ну, нихуя, смотри, к нам сразу подлетели, блядь. Свои, не свои? Пока свои. У нас тут, по-моему, главный калибр должен быть еще. Блять, я имею в виду ванушники, ёпта. О, вокруг нас плотина собирается. Вот так вот. Галакси, может, выйдет посадить на неё, наверное. Ну да, приглашайте. Может, тогда открыть этот самый? Тогда. Никак. Само враг стреляет. А, очки только в главном. Ну вот он бомбит, короче. Я просто поставил это. Вот ставь им прям на этот, нарез. Попробуй. Оп! Орбиталка! Тоша! Да нам пух, а он еще не взлетел, да. А где у них хрест, кстати говоря? Ну, вон я в него стреляю, видишь? Да. О, чекат уже маленький. Нет, вот я сейчас бомблю резко, короче. Угу. Тормози, блядь. А он сейчас сам остановит. Не очень-то удобно, ты, кстати, затормозил. По вот точке попробуй прям по центру базы. Ну, сейчас. Угу. Вот там выкинул всех оттуда. Вот я ж наконец-то. Ну, я еще никого не убил, я сейчас не понимаю, как оно работает. Да просто фигарь там. Видно, по крайней мере, союз. Мы просто вот их блочим. Я вижу один труп наш. И все, больше никого там не вижу. А, не, выбежал кто-то. Выбежал и забежал обратно. На спам. Не страшно. Один ривер там, блядь, заебется пиздить нас. Ну, сбить тоже надо тихонечко. Вкус бастиона по бастиону. А где у него точки-то? А вот желтый, короче. По бокам. Желтый тоже. Ну, нужно им. По-моему, ниже. Снизу, да, надо верхний вынести. Я по бокам дамажу нормально. О, он удачно повернулся, долбить в боковую точку. Ривер, в смысле, какая это, из них, шарик. Блядь, точка? А, желтые шарики. Вижу, ебашу. Да, ебашу. Ага, вижу, да. Вова, он сзади еще. Да он что-то улетает. Да, успокойся ты, блин. Не, нахрен, фармим где-то. Ой, по-моему, ему нехорошо. Кому? Этому бастиону. О, он повернулся точкой, повернулся, долбите. А, не так. Мы не собирались по косе стрелять. Да нет, такими мне 4 снаряда падают. И одна линия отлетит. Так ты под нас не ныряй. Эх. Ну так-то, в принципе, это угнетение идет так-то.
Я ожидал гораздо вообще жесткое угнетение. Угнетение. Без нам. Да, главное орудие такое сношно смотрится. О-о-о-о! Вот это пошло добро, это пошло добро, это так. Это, блядь, пацан, ты попал. Ты попал. Ой, Сандик стоит. Следом, там даже еще один стоит. И тут очень много. Вот мы не зря, видимо, прилетели. Что со мной на косах? Там двойной сторон. Попрятались, знаешь, как раки. Вот, блин. Сука! А Праулер? Не могу добить. Да, видимо. Я хочу добить. Хочу добить. А кто стреляет? Я тоже хочу добить. Главное, жахни в эти сандики. Это не он. Да он уже разобрался, он жахнет, успокойся. Зерга скитание. Не, он не пробивает туда, ну. О, сандик помечен. Много сандиков помечено. Бездна анального угнетения, да. А, по-моему, у нас все еще 10 тысяч хп. А, нет. Стой, 100 тысяч у нас. Кто это? Что-то у нас уже ушатали. Да, снизу, да, наверное. Да, сверху-то никто не стреляет. Мне кажется, у нас скорее время выйдет, чем мы. Бля, прикольная коса берется из него стоковая. Она не стоковая, у нее ну, она не стоковая, ну да, она прикольная. Такая ПВОшная чисто. Где Дилдон? Меня сейчас собьют. Бля, да, мы уже не попали. Внизу, ебаль. Немножечко. Ну наши не заберут точку, по-моему. Нет, они ее уже сырали. Это ж наши. Нет? Мы поздно прилетели просто на самом деле. Ну, то есть прилетели мы как захотели, но по факту. Угу. Здесь уже все свершилось. Что-то он как-то прыжками. Да. Ага, это да. Сандей подсветил. Траулер выкатили. Тяжело, тяжело жизнь Макса, да. Играют им в футбол. Ну. Ржа, бадоны. Слушай, прям под нам, да? Там они технику массово выкатывают. Оха, смотри-ка, он включил щит. Макс под щитом. Помог, что ли это? Где они технику-то выкатывают, я не вижу, куда они. А я прям хера туда. Зерговский причем. Да. Не, я не понимаешь, я не могу чуть остановить, короче. Это совсем проще, чем у Зерги. Ну, блядь, ну все. Где проблема? Все, Макса убило фаталити. Двоих обоих, блин. Представь, сколько ты еще внутри таким это, зашкваром скидал. Короче, вам понравилось, я вижу, да? Ну да. Ну, неплохо. Да, блин. Не, ну приезд, тяжело, но все равно весело. Стил, блин, я ожидал, что будет что-то 7 минут. Это синий, смотри. Где просто? Пометил. Тут его очень много. Нормально, нормально еще развалим. Опа, TR-праулер. Вон, там три штуки. Пометил.
Я не знаю, двое прыгнул. Вижу. Не, я до него достреливаю, смотри, не принес. Да, чувак, стой тут. Она вообще не управляется. Она отвратительная, но пушка хорошая. Да, она отвратительная, но хорошая, ёпта. Пушка хорошая, но она вообще не управляется. Я не понимаю, наши захватывают точку, не захватывают. Чувак и так пытается заехать. И так, блин, за этот. Бар, все равно ты не долбишь, да? А я ему долблю и долблю. Не, нашел он там, по-моему. О, противовоздушкой по нам стреляют, да? А я его это долблю, он сейчас смотрит. Я понимаю, что снизу. Где? Справа, слева, сзади. Они подсвечивают, посмотри. Слышишь, если мы сейчас нормально подлетим, короче, то открой мы карту, можем короче, очень много будет. Синих на фар. Когда они там стоят, короче. А тут высоту можно на нем регулировать? Нет. А почему иногда бывает бастион выше другого бастиона? Ну, это наверное, как он захочет сам. Это внешне так кажется. Хотя нет, по-моему, можно снижаться. Снижаться нельзя, в зависимости от того, над какой местностью ты. Если над горой пролетаешь, он чуть выше поднимается. У нас сопровождение тоже такое не кислое. Кого? А у него где точка? А, ну да, у него что-то сзади точки. А у него сзади снизу и все выгул, блин, на верхней, короче. Да, конечно. У него сзади все точки, я так понял. Мы же по ним долбили уже. Нет, вон спереди две. Да, ребята, вам сейчас пехоты там сверху. Всякого говна будет. Будет что долбить. Давайте на них. Причем он. Чего? О, летит на. О, риверы к нам летят. Я не вижу, кстати, ни одной точки уязвимой. Желтые то, что по бокам есть. Вот они там уже горят. Еще будем спали бы. Два пехотинца. Че, вы высадились на него? За и вами ревак вылетел. Ревак за вами летит, его я не знаю. Ранее. Не, он да, еще не падает. По-моему, еще 25%. Не, все. Жопа ему, по-моему. Встань сюда, здесь сюда. Здесь типа. Вот еще патроны. Сколько мы урона? Ой. Не вижу где точки. Танков там много. Бандики едут. А по-моему у них пушки неуязвимые. Нет, пушки нет, только по точкам. Ааа, еще упаду. А нет, я живой. Я падаю. Ну-ка посмотрим. Я не вижу ни одной точки уязвимой уже. Они сзади только остались. Они горят, но все еще донажат. Сейчас по нам, наверное, вращается, будет. Это у него так тактика такая, на да? Не, он пытается, видимо, это, понять, куда ему лететь. Давай тебя подобрать? А, нет, я разбил. Ну вы по нему долбить можете? Да, я можно. Долблю. Так, боковую точку развалили.
Все, она не подсвечивается. Какие там остались? Эти развалили. С другой стороны. Бля, сука. Мразота тупой. Они очень-то удобно бы расположились, по-моему, не? Да, как скажете, я могу поближе подойти. Ну, Тоша же не понимает, как ему вставать-то, направляйте. У меня-то она на 360 стреляет вообще куда лучше, поэтому мне все равно. Так что мне вообще похуй, думаю, ну ваша проблема, да? Да. Что же вставлять, ебаный? Жизнь в клан на этот высадился. Синий, блядь. На бастион. Чё? Серьезно? По-моему. Ну, я видел, как отлетел этот без пилота Ривер, короче. Не, он упал и разбился. А, не высадился. Проверьте. А, всё. Я вот летаю, смотрю. Все, трефы, смотрите. Там Сандер невидимый. А я не вижу. И он там... А, это просто он невидимый, да? Да, да, он невидимый. Я стреляю, да. Скайгарда не нужен. 25%. 15 минут осталось. Супостат, я стреляю, зашел, да? Сандик на ихней базе. Тут за респом. Рэд, честно, я там все прострелял в район. А уже уничтожились. Не, вон он, поехал. Бля, вот мразь. Высадился. И что он там забыл? Куда выстрелились? Харась, огонь по харасю. Одновременно. Там завод там какого-то, коллег. Ребят, готовьтесь, сейчас мы пролетим мимо техпланта на территории. Да, смотри, сколько танков, скажем, в одном кучке. И да, ничего там не будет. Просто не слишком рискуй, а то мы его потеряем, его крафтить заодно. А сливается он, да, организованный за 5 минут. А я думал, его и так крафтить. Нет, не надо. Если он уйдет, ты его просто заново. Это самое. Ты сейчас перепрозовешь? Да. Давайте базу сломаем. Нет, я подозреваю, там надо будет делать реармы, рефьюл полностью. Как минимум. Сандик, базу мы не синий. Сломаем, надо это сначала. Сандика? Ох ты, все, щит упает. Вай, надо орбиталку на тебя, а нам взорвет. На тебя четверо. Да не, они тебя увидели просто, бля, решили выебить. Бля. Чё вы творите, демоны? Это же дисбаланс, нахуй. О, на нас Либер, смотри, там заходит король. Вот ты, выторвануло. Нет, этот. Еще нет, только одна точка сломана. Да. Ласки, сюда надо четырьмя отрядами, тогда вообще жопы всем будет. Но мы уже на сверх-то так-то полетели, 10 минут остается, какая нахер разница. Galaxy садится там на место. Galaxy его. И Сандик ему не понравится. Походу он был против. Я ему просто из основного орудия врубил, короче. И сколько сразу унесло? Да 8% осталось. 8% это 5 минут, по-моему, да? 5 минут. Макс улетел. Ну он живой. Сандик нашел белый, разложенный. Ага, вижу. Вот как это назвать-то? Я подсчитываю. Чуваку явно попадает. А людей? Регистрируется. Блять, ёбаная уроллер проводит турели, ёб твою мать.
Слышь, вообще тут... такой садик мне нравится. На 12 человек. Тут тоже тут захватывает нашу точку. Сандра посидит. Там где? Ты качал эту баху? А, у меня, знаешь, до ночи, до двух ночи качалось, а все равно не скачалось. Что-то такая скорость там маленькая. Понятно. 5 гигов всего скачалось. Обычно это занимает там 10 минут. У меня тоже, знаешь, так часа 4 скачивал. Я аж удивился. Слышишь, я со стрельбой вроде разобрался, тут можно вообще так прицельно долбить, короче. Чем с этим ты, да? Стоп, Сандик повыскакивал. Ёшкин, бля, откуда? Подсвечиваю, не вижу. А, все вижу. Максимка бегает по полю. Понятно, чувак. Борзый. Они по какой-то точке стреляют. А, они по, блин, косе стреляют. Вот ёпта. Вот это разумно. Нет, они точки выбили по правому борту. Нет, они сейчас вот стреляют по косе, я вижу же, очевидно. По правому борту, блядь, прям в неё въехал, чувак. Сандик нашел. Стирать не по косе. Вон, раздал. У наших выстрелов сплэш есть, например. Небольшой очень. Никак убить его не можем. Можно по лайфу рядом скинуть. Он уже горит. Вон там дальше еще один. Я просто что не а, вижу. По точке сверху долбит вон этот хуйня. Вейл? Никнейм Вейл, да? По нему стрелял? Да. Но я по нему стрелял тоже. 4-1 против. А без разницы, у нас минута осталась в любом случае. Они уже ничего не успеют делать. Расслабьтесь, пацаны. Ну окей. Приятненько, я знаю. Когда тебе пишут, это читер. Они сейчас подумают, что они снесли корабль, кстати говоря. Не, там же видно, что взрыв. Блин, лайтинг подо мной стоит. Не могу. Мертвая зона. В середине. Она много москит стреляет. А, они ж снизу показывают. Углов нету. А если мы с ним останемся? Давайте останемся. А, разыгрой. Непобежденные. Красиво жить не запретишь. Отправили бы всех на косов, да? А то редитвой сделали. Да не, нормально. Не, пускай это так и есть.